Елена Васильевна Шпакова, известная на всю страну шоколадная леди. Как прошло ее детство, как она пережила войну и как попала из Москвы в Куйбышев? Еду работать на кондитерскую фабрику. Они говорят, ну и чего вы плачете? Вот, кондитерская фабрика. На этой кондитерской фабрике будете жить хорошо. Там все воруют. Как же молодой Елене Шпаковой удалось навести порядок на производстве и сделать Куйбышев столицей российского шоколада? А характер у меня такой, если ты уж... Ну, я стала, теперь уж надо доказывать, что делаете, как делаете, чтобы добиваться чего-то хорошего результата. Фильм о герое социалистического труда, почетном гражданине города Самары, Елене Шпаковой, смотрите 15 марта в 12:40 на телеканале «Самара ГИС».